Устанавливаете в свой браузер расширение BlockTube, перезапускаете браузер, заходите на YouTube. И вот я для примера ввел Minecraft, потому что он меня не интересует. Появится, нажимаете, и появляется блок channel и блок видео. Нажимаем блок channel, написано block it, перезагружаем страницу. И все, больше этот канал не показывается. Можно зайти в настройки BlockTube и посмотреть. Вот они, Channel ID, вот они тут все добавляются. Хочу заметить, что майнкрафтеров оказывается столько много. Это ужас. Есть даже каналы, где, ну вот смотрите, за один день 200 тысяч просмотров. Бедные дети, куда смотрят их родители, какой же хренью они занимаются. Ну и блокировать Майнкрафт каналы — это борьба с ветряными мельницами. Их тут просто ужас сколько. Всем пока.